Сериал «Топор» – это большое событие в мире российского кино. Это историческая драма, рассказывающая о последних днях Второй мировой войны, не оставляет равнодушным ни одного зрителя. Одним из главных героев сериала является Андрей Смоляков, исполняющий роль командира роты. Андрей Смоляков – талантливый актер, которого зрители любят за его глубокие и яркие роли. А в «Топоре» он продемонстрировал свой профессионализм, создав яркий образ сильного, но одновременно чуткого и мудрого командира. Его персонаж проходит сложный путь, сталкиваясь со многими препятствиями на пути к победе. Сериал, снятый в жанре военной драмы, вызывает множество эмоций у зрителей. Он показывает страшные последствия войны, но при этом не лишен надежды. Также в картине снялись Евгений Санников, Руслан Ягудин, Иван Ефремов и многие другие. По предварительной информации, дата выхода 5 сезона сериала «Топор» запланирована на 2024 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.